Теперь более тревожная статистика. 11 человек погибли, 32 получили ранения во время лобовых столкновений в Мурманской области с начала года. Чтобы таких аварий было меньше, сотрудники автоинспекции организуют профилактические рейды. Целью данного мероприятия является профилактика нарушений правил дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, произошедших из-за выезда на встречную полосу. Полицейские отмечают, что выезду на встречную полосу сопутствует ряд нарушений. Это игнорирование дорожных знаков, превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции бокового интервала, а также неблагоприятные погодные и дорожные условия и банальная спешка водителей. Опасное нарушение может повлечь за собой не только административный штраф в размере до 5000 рублей, но и в некоторых случаях наказание в виде лишения права управления транспортным средством, а в случае гибели людей и уголовную ответственность.